Мировые хиты оперы, великолепные композиции музыкальной эстрады и хиты молодости для старшего поколения прозвучали со сцены детской музыкальной школы имени Естая. Послушать их экибастузскому зрителю удалось благодаря выпускнику данной школы, а также образцового вокально-эстрадного коллектива «Арман», ныне магистранту итальянской консерватории имени Луиджи Керубини города Флоренция Дмитрию Комарницкому. Вместе с Дмитрием Комарницким на сцене выступали вокалистка Миланской консерватории Нурай Шалман и певец-музыкант конферансье Нуркен Айменов. Каждый из них выступал не только сольно, но и в дуэте, и в трио. Особенно зал с восторгом встретил знаменитые хиты от легенды 20 века Робертино Лоретти «О соло мио», а также влюбленный солдат Лучано Паваротти и хит исполнителей Андрея Бочелли и Сары Брайтман. Я очень рада, что меня пригласили на сегодняшний концерт Дмитрия. Это мой первый визит в городе Экибастуз, и я очень рада участвовать в этом концерте. Концерт прошел на высоком уровне. Мы с Дмитрием друзья, и я такой же большой любитель и фанат музыки. Вот, конечно, как Дмитрий, я не занимаюсь ей профессионально. Вот, я вообще по образованию юрист, я работаю, собственно, юристом. Вот, ну, вот есть такое хобби, жажда, любовь к музыке, классической музыке, оперной музыке. Вот, и благодаря моему другу есть возможность выступать, делиться с людьми этой красотой. Я одно хочу сказать, что нам в Экибастузе очень нужны такие концерты. И смотри, сколько талантов, да? И это должно развиваться, понимаете? Потому что искусство, оно это сотрудничает с любовью, понимаете? Чем больше искусства, любви, тем добрее люди. Будем лучше жить. И этот концерт прям шедевр. Вот я пролетела как одна минута. Честное слово, очень хорошо, молодцы. Я рад, что я попал сегодня на этот концерт. Спасибо. Со сцены поздравили Дмитрия с концертом и пожелали дальнейших успехов руководитель отдела культуры и развития языков акимата города Медгат Манапов и председатель Ассоциации деловых женщин Казахстана Шаттак Сюйнишева. Кстати, в день проведения концерта Дмитрий получил приглашение исполнить роль главного персонажа Альфреда в одной из известнейших опер Джузеппе Верди «Травиата» на родине оперы в Италии. Это огромное достижение для вокалиста, который всего полтора года обучается в итальянской консерватории. Это был шок, потому что у меня тут концерт, организация, а тут еще приглашение на главную роль, еще и в Италии, поэтому для меня это, конечно, большое удивление, приятное удивление, конечно. Ребята, которые участвовали на этом концерте, я им бесконечно благодарен, вот, им большое спасибо, концертмейстеру Юлии Владимировне, вот, поэтому вот команда моя шикарная. Вот я им очень бесконечно благодарен.